там 5 на 5 клетка, там хрен найдешь вообще, ребята, там просто такое поле, там все перекопать надо, вот здесь вот будет, просто все перекопать. Вот в этой клетке, вот этой вот клетке, да, то есть если вот могилка, то вот реально он может быть, чтобы вы понимали, 5 на 5, раз, два, три, четыре, пять. Ну ладно, хоть склеп тут стоит. Подожди, тут стоит склеп. Это повезло. Он залочил много клеток. Склеп залочил кучу клеток. Пойдет. Начну. Лора. Где тут копать-то, блядь? С первого капкана. Грааль! Отнеси домой, говорит. Чё, блядь? Грааль. Несу, папа. Несу. Свидетели Грааля плюс в чат. Ща поставлю его, погоди, дядь. Так, где там залупа? Не удалить только его. Лора удалю. Свидетели Грааля. Грааль. Ребята, Грааль. Свидетели Грааля есть? Нет в чате? Погнал его сюда. Можно было, конечно, его в нычку с драконами, но ладно, давайте вниз, лучше в башню. Итак, свидетели Грааля. Я взываю к вам. О, великие свидетели Грааля, я взываю к вашей мощи. Свидетели Грааля. Здравствуйте, друзья. Небесный корабль. Присутствие небесного корабля дает 5000 золота, а также открывает всю карту. Здравствуйте, искатели приключений. У оппонента Наги на ГО. Заебись, катает, блять. А чё нет-то? Теперь ищем АУТД.